Сколько углеводов в день тебе нужно? Это канал SJ Body. Меня зовут Спартак, мне 41 год. Я фитнес-тренер Симферополя. Поэтому давай сразу к делу. Количество углеводов в твоем рационе зависит от твоей цели. Что ты хочешь? Похудеть или набрать массу? Если ты худеешь, 1 или 1,5 грамма углеводов на 1 килограмм твоего веса достаточно. А если ты никак не можешь набрать, тогда 3, 4, 5 грамм углеводов на 1 килограмм и то может быть мало. А теперь простые расчеты. В 100 граммах гречки 65 грамм углеводов. В сухой гречке, то есть когда ты ее сваришь, в ней все равно останется 65 грамм углеводов. Поэтому если ты весишь 100 килограмм и хочешь похудеть, то тебе нужно хотя бы 100 грамм углеводов, а значит 150 грамм сухой гречки. А вот если ты весишь 50 килограмм и никак не можешь набрать вес, тебе нужно 4 грамма углеводов на килограмм веса, то есть 200 грамм сухой гречки, которая разварится вот в такое ведро. И если ты считаешь, что ты много ешь и при этом не набираешь, а сам при этом не ешь хотя бы 3 или 4 тарелки каши с мясом ежедневно, значит, ты не ешь. И если тебе кажется, что это невозможно съесть, просто вспомни арбузы. Обычные арбузы, в 100 граммах которого содержится 5,8 грамм углеводов. Вроде бы это мелочи, но ты же никогда не ешь 100 грамм. Минимум килограмм, а то и 2 чистой мякоти. А значит, 100 грамм быстрых углеводов. Вот так. Контролируй углеводы, и твоя фигура всегда будет в порядке.